Что ж, очень часто меня спрашивают, когда выйдет мой альбом. Я готова вам сказать дату, когда выйдет мой альбом. Хотите узнать? Я не слышу. В общем-то, мой альбом выйдет 3 июня, а прямо сейчас я хочу вам презентовать один трек с альбома. Эксклюзивно для вас, Москва. Сейчас попрошу минуточку внимания. Этот трек очень личный, очень важный для меня, и сейчас я буду его исполнять не просто так. Пожалуйста, не сломитесь сейчас и постарайтесь послушать текст, прочувствовать всю атмосферу песни, потому что для меня это ужасно важно. Хорошо? Погнали. Могу сама себе признаться, что мне страшно быть собой. Я закрываюсь от проблем и страхов, забывай обо всем. Если ко мне кто-то лезет, сердце убегай со всех ног. Если ко мне со всей душой навстречу, я чувствую подвох. Больно было, слишком больно, больше не хочу открывать себя. Знаешь, это просто для тебя так просто, но я так боюсь говорить прощай. Я боюсь людей, отвожу глаза. Я боюсь молчать, я боюсь сказать. Я боюсь людей, я хочу сбежать. Я боюсь остаться совсем одна. Я боюсь людей, отвожу глаза. Я боюсь молчать, я боюсь сказать. Я боюсь людей, я хочу сбежать. Я боюсь остаться совсем одна. Я так боюсь твоего внимания, но мне страшно без тебя. Я так боюсь, когда все нормально. Я так боюсь, когда все не так. Я так боюсь перестать бояться, открыть душу для других. Я так боюсь силы потерять и выход не найти. Больно было, слишком больно. Разберу себя на частицы слов. Снова повторяю, снова. Я боюсь людей, что причиняют боль. Я боюсь людей, отвожу глаза. Я боюсь молчать, я боюсь сказать. Я боюсь людей, я хочу сбежать. Я боюсь остаться совсем одна. Я боюсь людей, отвожу глаза. Я боюсь молчать, я боюсь сказать. Я боюсь людей, я хочу сбежать. Я боюсь остаться, я боюсь остаться совсем одна. Ну знаете, прямо сейчас мне не так страшно, потому что вас так много, и получается, что я не одна. Спасибо. Спасибо вам.